никак не обстоят, скажу вам честно. То есть пока вот проблема существует с парком. А проблема в чем существует? Проблема собственник существует не желает, в том, что он в частной собственности. Не удается договориться? Пока нет. Переговоры ведутся, есть как бы хорошие предпосылки, но это требует определенного времени. Нужно учитывать интересы у собственников, в том числе интересы горожан, интересы администрации. Я думаю, что мы рано или поздно все равно к какому-то решению придем.